что она делает? Она снижает сахар в крови. Чай, какао. Чай, какао снижает сахар в крови. То есть это хорошо очень, у кого у людей диабет есть, вот такие вот вещи. Это вы можете прочитать. Она а эти не приехали с нами? Какао-белла называется. По-испански какао-белла. Ребята, кто не пробовал какао, пожалуйста. Давайте настоящий какао. Да. Это с какао-бубиль, да, получается? Подождите, сейчас чай я налила. Сейчас. Да. Высушивают и потом уже какой? Вот это можно? Смотрите, я вам вот так сейчас дам. Это я чай налила. Сейчас я съем какао сначала. А здесь шоколадки. Но на пробу у нас мало, 60-70%. Как бы в продаже есть даже 100%, там, по-моему, 2 штуки осталось. Есть 80%, 82% без сахара. То есть очень много. Ребята, проходите, пожалуйста, какой сюда. Вы пробуете какао-порошок, который с сахаром. И сюда добавили молока сухого. То есть с водой заварили, потом молоком. Ребят, берите, пожалуйста, какао. Есть у нас шарики какао. Если вам гиды рассказывали про шарики какао, что это такое. Это вот эти вот бобы перемалывают в такой ступке, да, по-деревенски. И потом штампуют просто прессуют. Это как пуэр, да? Только какао? Да. Его типа откалываешь и завариваешь как кофе? Отдайте еще вот это какао. Вы варите его, вы его не завариваете, потому что это натуральное. То есть здесь сохранено масло какао, которое есть в бобах какао, оно не отжато. Кому еще? Все попробовали? А мне налить еще вот это. Не могу вам много, у меня на три группы, но я вам дам чуть-чуть совсем. Потому что не делают больше. У меня вчера одна группа осталась без какао. На пробу. И шоколадки, если хотите, я вам дам попробовать, но только 60-70%. Ой, сейчас очень вкусно. Мало дают на пробу, потому что с этой пандемией вообще все переделывают. Руками не надо, пожалуйста, ребята. Я вам вот так вот, смотрите. Баночку. Да, да, значит, 60% это я вам даю и 70%. И вам также вот сейчас. 70 осталось там, по-моему, маленький шоколад. Сейчас. Всем вам. Ага. Так, давайте, кто зашел, я вот закрываю, и меня можно закрывать. Шоколад, натуральный шоколад.